Друзья, мир вам! Приветствую каждого из вас. Хочу поделиться словом. Это Исаия, 53 глава, 11 стих. Здесь пророчество об Иисусе. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Я вижу, здесь сокрыт потрясающий секрет. И первое, на чем я хочу сделать ударение, друзья мои, Писание говорит о Иисусе, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. То есть Иисус, он хочет достигнуть цели, и он хочет смотреть на нее с удовлетворением, с довольством. Знаете, друзья, это касается также жизни каждого из нас. Мы призваны на то, что мы прошли уже в жизни, смотреть с довольством. Но чтобы мы смотрели с довольством, с удовлетворением, очень важно, чтобы мы вкладывались сегодня там, где мы есть. Потому что время быстротечно, оно пролетает очень быстро. Поэтому я хочу пожелать каждому из вас, пусть Господь благословит вас, чтобы вы были удовлетворены в том, что вы делаете, то, что проходите. Во имя Иисуса. Аминь.